Групповой этап Лиги Европы в своей завершающей стадии. Сегодня матчи пятого тура. И Георгий Черданцев с Константином Геничем приветствуют вас. Основная группа команд, кто продолжит турнир в плей-офф, определится уже после этого тура. Так что для многих сегодня действительно ключевые игры. Групповой этап в самом разгаре, но гости уже сегодня могут выйти из группы, причем с первого места. Да, им сегодня не только нужно побеждать, но еще и надеяться на благоприятный исход в параллельной игре. В каком составе сегодня выйдут на матч хозяин? Я так понимаю, стоит ожидать активного участия полузащитников в атакующих действиях. Ну, видимо, на это и есть расчет. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Покатился мяч, задвигались команды, наш матч начался. Пятый матч в группе, и это момент истины для многих. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Грубый отбор, за это желтое может быть. Только-только началась игра, и уже получает команда предупреждение. Ну, определенный допуск рефери обрисовал. Сегодня играем предельно аккуратно, господа. Давайте осторожно. И вратарь на месте. Отличный удар головой и потрясающая реакция голкипера. Навешивать надо. Можно забивать. И кладет он мяч в сетку. Вот это молодец, а! Да, сыграл очень здорово, все четко сделал и вывел свою команду вперед точным ударом. Игроки обеих команд в каком-то благоговейном трепете следили за полетом мяча. И все вместе они услышали звон перекладины. Вот каркас ворот, мяч влетел в сетку. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Таркан Зербест. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Кристоф Марчинко. Таркан Зербест. Таркан Зербест. Какая техника, как он обращается с мячом. Вы только посмотрите.
Ну как же так? Вышел один на один и не смог попасть в створ. Жахнул, что есть силы, вот только точности этому удару не хватило. Нужен навес. Очень надежно в защите сыграно. Тут его накрывают. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Филиппе Андерсон. Удара ждем. Решил пробить. Вест Хэм готовится исполнить угловой удар. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Защита первая на мяче, вынос. И пробил он поворотом. Очередной угловой будет подавать команда. В центр штрафной мяч направлен. Ну, грузи в штрафную. Навес в центр штрафной. Гол! Высший пилотаж в игре на втором этаже. Ну, здесь к вратарю никаких претензий не может быть. Великолепный удар головой. Отличная передача. Вы только посмотрите, как точно мяч пришелся на гол. Знатный гол получился. Что и говорить. Ну, тут надо голевую передачу отметить с вами. Навес получился просто на загляденье. Оставалось его только замкнуть. Смотрим повтор гола. Прекрасный навес и точное завершение. Просто прекрасно пробил головой. Хорошее настроение у тренера. У его команды сегодня все получается. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Плохо в обороне сыграно. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Ислам Слимани. Штанги спасает, но игра продолжается. Тут может быть опасно. Вроде все правильно он делал, но удар на себя приняла штанга ворот соперника. Ему не повезло. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Ислам Слимани. Слишком сильный пас, вратарь заберет мяч. Мяч потерян. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Ушел мяч, аут. Таркан Зербест. Будет навес. И есть кому прострел замкнуть. Ужасное исполнение. Вратарь с мячом. Ислам Слимани. Неплохо по задумке, но слишком сильно вратарь заберет этот мяч.
Вот. Навязывают ему борьбу. Такими действиями игру не обострить. И удар! Филиппе Андерсон. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. И выносится мяч из штрафной. Гранит Джака. Гарри Мендеш Родригеш. И соперник позади. Филиппе Андерсон. Удар в перекладину. И снова спасает вратарь, забирает мяч на этот раз. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Замечательно. Сейчас себя болит. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. Гарри Мендеш Родригеш. Рубен Диаш. Навес тут должен последовать. Навес в штрафную. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Решил пробить. Угловой удар назначает судья. Мяч летит в центр штрафной. Я вообще не думаю, что нужно. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Хороший удар, плотный. Жаль только немного не точно. Удар был довольно опасным, но, может быть, стоило и через партнеров сыграть. Еще один прекрасный пас в его исполнении. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Тем временем соперник перехватывает мяч. Может быть, пол команды обыграл. Ничего себе! И покидает мяч штрафную. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Райан Фредерикс. Подавай! Штрафной подачи есть там кому сыграть. До нападающих мяч не до... Пробил! Отважился на удар издали и почти попал. Да, удар получился плотным, но вот точности ему не хватило. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Таркан Зербест. Кристоф Марчинко. Есть вариант развития атаки. Мимо! Вообще в створ не попал. Великолепный был момент для взятия ворот. Он хотел пробить технично, но слишком сильно получилось у него ударить.
Рубен Диеш. Все верно. Края надо чаще задействовать. Ну, навешивай. И подает штрафную. И мимо бьет. Вроде сделал все как по учебнику, а пробил выше ворот. Хороший удар по силе, а вот по точности хуже. В этой атаке было хорошо все, кроме завершающего удара. Он как раз явно не получился. Хороший пас, верхом вперед. Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. 4 минуты добавил судья к основному времени матча. Ох, какой гол! Какой гол! Первый гол придал ему сил, и он забил второй. Так держать, станем ли мы свидетелями хет-трика? Резкий, короткий удар, не берущийся и точный. Доволен тренер. Команда ведет с хорошим запасом. Невероятное начало матча. Еще и 45 минут не прошло, а игра уже превратилась в пустую формальность. Таркан Зербест. Мяч потерян. Вест Хэм флангом атакует. Свободная зона там есть. А Вест тут должен последовать. Опасно! Опасно может быть. В штрафной есть на кого подать. Подали мяч с углового в центр штрафной. И выносится мяч из штрафной. Будешь навешивать, а? Удар! Не побоялся удар. Закончены у нас первые 45 минут встречи. И матч пока идет без сюрпризов. Они на полпути к итоговому первому месту в группе. Важно будет провести на своем высоком уровне второй тайм и решить сегодня вопрос с первым местом в группе. Это позволит немного разгрузить и без того насыщенный календарь. Начинать второй тайм с таким преимуществом, разумеется, приятно. Однако игра еще не закончилась. Посмотрим, что будет во второй 45 минут. И у соперника теперь мяч. Ислам Слимани. Пока неплохо. Уверенно они идут вперед с мячом. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Потащил один удар, но может быть и второй. Тушит этот пожар. Защитник очень здорово и четко мяч вынес. Таркан Зербест. И пробил игрок. Вратарь намертво забирает мяч. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Ислам Слимани. Очень хороший первый тайм. В его исполнении мы видели. Команда пока выигрывает. На его счету 2 забитых мяча. Он близок к хет-трику. Ну и пока все более чем успешно складывается для этой команды. Удар! Ждем подачу от углового флага. В центр штрафной подан мяч с углового. Четко и надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. Есть в штрафной адресаты, навес нужен. Смещается в центр, ищет возможность пробить. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз.
Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Удар! Браво! Вратарь! Браво! Судья показывает на угол поля. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Навес напрашивается. И подача туда, в сторону ворот. Удар? Ну, точно. Пас назад. Все просто. Вынос. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Таркан Зербест. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Защита первая на мяче. Вынос. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Таркан Зербест. Пас на ход партнеру. Голкипер на секунду бы попозже начать это открывание, может быть, и не было бы офсайда. Замена двойная, но в разных командах. Штрафной подачи. Есть там кому сыграть. Выбит мяч из штрафной. Кристоф Марчинко. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Отдал явно не так, как задумал, и мяч ушел в аут. И сейчас замена сразу в обеих командах. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Вот так надо играть в обороне. Вовремя блокировать удар. Это аут. Гранит Джак. Атака остановлена, но кто получит мяч? Вестхэм флангом атакует, свободная зона там есть. Подача, чей мяч будет? Это мимо. Кристоф Марчинко. Ислам Слимани. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде.
Райан Фредерикс. Атака, стоп, мяч будет введен в игру ударом от ворот. Болельщики взялись за дело, надрывают голосовые связки. Еще бы! Команда выигрывает, времени до конца матча осталось всего ничего. И у болельщиков, разумеется, хорошее настроение. Пятнадцать минут до конца основного времени матча. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Мяч перехвачен. Плохо сыграл. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Количеством они будут брать в обороне. Сложно пройти к воротам сопернику. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Хорошо, мяч перехватили в атаке. Терпеливо ждут они своего шанса. Слишком сильный навес получился, будет аут. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Курт Зума. Вот это пас прекрасный. Великолепно сыграл защитник. И правильно дал его мяч из штрафной. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Пол команды обыграл, ничего себе! И мяч в воздухе после такого выноса. Офсайд сигнализирует боковой. Ну что, можно подводить итоги встречи. По сути, на поле сегодня была одна команда. Счет на табло тому подтверждение. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Ошибается игрок здесь, дарит момент сопернику. Такие подкаты в штрафной всегда опасны, но на этот раз обошлось. Ждем подачу от углового флага. Мяч летит в центр штрафной. Выбит мяч из штрафной. Потерял он мяч, но кому он достанется? Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. ФСТМ флангом атакует, свободная зона там есть. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Все верно. Выносит он мяч из своей штрафной. Удар. Такого стандарта вполне можно добиться успеха. Верный момент, чтобы забить со штрафного. Прекрасно действует вратарь, выбрал позицию, подготовился, мяч у него в руках.
Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Навес есть, но вот там в штрафной никого нет. Свой. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Были у них шансы выйти на первое место в группе сегодня, но не сложилось. И такое случается, но шансы на лидерство не потеряны. Причем место в плей-офф уже гарантировали они себе и могут без лишнего напряжения и нервотрепки постараться все-таки занять первое место в этой группе. Он неплохо сегодня смотрелся. Хороший матч. Сыграл он здорово, забил очень важный гол, заслужил победу вместе с командой. Тут больше нечего добавить.